Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как настроить отпечаток пальца на телефоне OnePlus 10T. Итак, для этого мы отодвигаем левую шторку, включаем, нажимаем на вот эту шестереночку, чтобы зайти в настройки, далее опускаемся ниже до вкладки пароль и безопасность. Здесь мы нажимаем на отпечаток пальца, продолжить. Для этого надо в первую очередь добавить обычный пароль, давайте поставим. Не знаю, графический шаблон. Вот такой вот пароль. Вводим его два раза. Подсказки при использовании сторонних средств защиты. Экранный процесс. Защита экрана, процесс распознавания отпечатка пальца может быть затруднен. Да, наверное, окей. Угу. И теперь нам надо приложить палец. Так как я чаще всего пользуюсь вот этим пальцем, чтобы разблокировать, или вот этим, советую вам добавить оба, но чтобы каждый из них добавить, советую вам, я буду сканировать это, но вам советую вот это в первую очередь. Как на картинке. Просто мы должны приложить вот сюда вот наш палец несколько раз, пока он полностью его не отсканирует. Советую вам перемещать его потихоньку, чтобы полностью палец в любом положении мог спокойно просканироваться. И нажимаем теперь «Готово». Рекомендуем также распознавание лица. Нет. Отмена. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И... А, нет, давайте быстренько проверим. Бумс. Все. Кстати, так быстро. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.